любовь жила в прекраснейшем дворце. И из окна увидела однажды прохожего с проказой на лице. И губы его высохли от жажды. Он шел? Нет. Ноги волочил едва, а перед ним все двери закрывались. Никто воды ему не подавал, коснуться прокаженного боялись. Любовь через оконное стекло недолго на прохожего смотрела. Ему же плохо, мыслью обожгло, и в сердце у любви любовь горела. На улицу скорей обнять, помочь, кувшин с водою в руки, двери настежь, смотреть на прокаженного не в мочь. Как жалок, как убог, как несчастен. Во взгляде у него застыла боль, и сердце у любви все громче билось. К прохожему приблизилась любовь, не только воду, предлагая милость. «Пойдем со мной», — сказала во дворец, — «есть у меня бальзам для ран и пища. Страданиям твоим придет конец. Ты никогда теперь не будешь лишним. Пойдем», любовь прохожего звала. Но кто бы во дворце жить отказался? Открыты двери, и любовь ждала. Но прокаженный громко рассмеялся. Он выбил у любви из рук кувшин, и нет воды. Осколки под ногами. Потом в лицо ей плюнул от души, нагнулся и поднял с дороги камень. Готов был бросить камень за добро. О, так не поступают даже звери. Любовь шагнула тихо за порог, но во дворец не закрывала двери. А прокаженный ей во след кричал: «Я проживу и без твоих подачек». И весь в проказе, лучше он молчал. А во дворце любовь молилась, плача. Вот так. Не правда ли грустная картина? Вы скажете, такого не бывает. Но Божьего отвергли люди сына. И без стыда лицо ему плевали. Так было и так есть. Любовь Господню, увы, не каждый принимает грешник. В лицо любви еще плюют сегодня, еще хотят ходить в своих одеждах. Проказою греха еще гордятся, оборванные по дорогам бродят, ни наготы, ни грязи не стыдятся, и мимо Божией любви проходят. Иисус на прокаженных смотрит с болью. Не уходите, Богу можно верить. Готов Господь вас окружить любовью, и во дворец еще открыты двери. Там исцеление, покой и счастье. Такие и не снились вам чертоги. Куда же вы? Спаситель всех прощает. Он не ушел, он ждет вас на пороге. Придите.